Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков. В этом видео я покажу, как приготовить вкусный и полезный цельнозерновой хлеб на прессованных дрожжах. Сразу закладываем ингредиенты. Нам понадобится 18 грамм прессованных дрожжей, цельнозерновая мука, насыпаем соль, сухое молоко, 2 столовых ложки масла, добавляем мед, наливаем топленое молоко. Форму для выпечки размещаем в хлебопечи. Выпекаем на автоматической программе цельнозерновой хлеб. После того, как хлеб готов, вытаскиваем его. Обратите внимание, и с боков, и сверху, и снизу он равномерно пропечен. Оставляем его остывать на решетке. После остывания разрезаем хлеб. Корочка нежная. Мякиш воздушный, но достаточно плотный. Хлеб однозначно хорошо пропекся. Ну а что касается вкуса, за счет меда он сладковатый, такой достаточно интересный. Он не пресный, он ярко выраженный. Присутствует очень легкая кислинка, но вкус действительно гармоничный и интересный. Очень надеюсь, что такой полезный и вкусный хлеб вам тоже понравится. Рецепт хлеба я оставлю в описании под роликом. И там же будет ссылочка на сайт производителя хлебопечей Panasonic, на котором вы сможете узнать информацию о новых моделях. Если это видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за ваше внимание.